Посмотрите новости на 24KZ. Мы продолжаем выпуск. Юридическую экспертизу и сопровождение более сотни законопроектов провели в Министерстве юстиции с начала года. Из них 20 документов подписал президент. Так, в этом году ключевыми стали законы по вопросам здравоохранения, обеспечения прав женщин и безопасности детей, науки и образования, ведения бизнеса и другое. По словам министра юстиции, продолжается работа по защите интересов государства в 20 разбирательствах. Из них 13 в международных арбитражах, 4 дела в иностранных судах и 3 досудебных разбирательства. В рамках международного сотрудничества заключен ряд меморандумов. В рамках государственного визита главы государства в Республику Сингапур Министерство юстиции Казахстана заключено соответствующих 2 меморандума с Министерством юстиции Республики Сингапур по правовой помощи, а также по интеллектуальной собственности. Также необходимо отметить разработанные Министерством юстиции законопроекты по вопросам оказания правовой помощи с Литовской Республики и совместно с оказанием правовой помощи Китайской Народной Республики.